Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на продолжение прохождения замечательной игры, первой части серии игры под эгидой Tomb Raider. А предыдущие части должны быть неподалеку указаны в виде ссылочек, предположительно, независимо от того, смотрите вы это на YouTube или на портале Good Game, но вот они должны быть в таком виде. Я полюбопытствовал, кстати, посмотрел, сколько всего уровней нам предстоит осилить, ну... Точнее, мне, вам-то посмотреть, я думаю, не так уж сложно. Их оказывается 15, и с моей скоростью прохождения это дело может довольно долго растянуться, поэтому я, учитывая, что проверил, что на YouTube уже у меня влазят ролики длиной более часа, поэтому мы сейчас попытаемся вернуться как минимум к прежней скорости прохождения по 2 уровня за запись. Так что, надеюсь, у нас все это получится. А сейчас загружу нашу игру и, собственно, переключу оверлей. И это уже должно произойти. Я это сделал. Проверяем, чтобы звук выстрелов все-таки не переглушали меня, как в прошлый раз. Это было, ну, скажем так, не очень приятно и некомфортно, я думаю, пытаться напрягать слух, чтобы... Ой, крокодил. Чтобы различать как бы мой голос еще и очищать их от звуков выстрела. Это, наверное, не очень интересно. Так, опять у нас тривиальный путь. Так, кто-то мне говорил, как прыгать ласточкой, но так и не врубился пока еще. Так что извините, если сейчас получится коряво. Я сейчас любую комбинацию, которая у меня есть... Ну, скажем так, это не очень было похоже на ласточку. Согласитесь, да? Так, я, кстати, я засек, когда я начал. Ой-ой-ой. Опять я зачем-то в воду упал. Ну да, я примерно засек, когда я начал, чтобы мониторить примерно, сколько времени идет запись. Просто так, из любопытства, скажем. Так. Опа. Ой, я забыл, что я переставил управление немножко. Потому что я, кстати, уже проверил вторую часть игры, она у меня работает замечательно, даже можно как бы 16 на 9 ее записывать, что ужасно меня радует. Ну и качество там получше получается, потому что она уже практически под XP сделана. Так что, ой. Так что после этой части ждет нас еще более интересное прохождение. Так, а чё я сюда пошёл-то? Я хотел наверх залезть, да, потому что там мы увидели, что что-то там впереди у нас было. Ай, блин, забываю, что надо вплотную подходить. Так. Замечательно. Залезли. Так, сюда надо как-то, видимо, тихо-тихо-тихо-тихо... Прыжок наверх. Отлично. Чем больше играем в это дело, тем больше у меня прям экспириенса. Что за глупость? То есть фактически мне уже сейчас не приходится сейфлодаться постоянно, да? Но сейчас я хотел, честно говоря, боковой сайт сделать и понял, что это было бы чревато, потому что я просто упал вниз туда. И это было плачевное. Так, так что сейчас мы просто прыжком вперед. А, да ладно, я же даже не сохранился наверху, черт. Блин. Ну, блин, теперь надо еще аптечку придется использовать. Черт. Черт. Я записываю просто эти части утром, пока есть время. И, может быть, я с просонья, конечно, у меня рефлексы дурацкие. Хотя, по опыту предыдущих... А, ну, предыдущие вообще тоже утром записывал, так что все. Все. Нормал, так и должно быть, ребят, не переживайте. Это мы сейчас разыграемся. То есть просто первую часть, когда я проходил, я такой небольшой сам для себя пробег делал, чтобы понять, как там вообще у нас с управлением все и так проще. Сейчас уже по-другому просто все. Так. Сложный прыжок уже впереди. Сохраняемся, без проблем. Так, ладно, вот нам туда, я так понял, слазь. Большая яма там какая-то.
такое ощущение, что кто-то граблями возит там. Ну, естественно, это не грабли, а. Ну, Лара, давай, по крокодилу. Там аптечка лежит, а нам надо отхиляться, потому что я упал в прошлый раз. Бедные крокодилы, они вот там просто лазят, да, не могут вылезти, а я тут еще по ним сверху стреляю. Вроде звук прекратился наш. Не нужно. У нас теперь есть аптечка, которую можем компенсировать наше падение. Так, мы полезли наверх. А, черт, с два, конечно. Полезем. И здесь не допрыгнем, да? Ну ладно. А, тогда здесь залазим только. А, так. Значит, там проход есть. А, это что такое? Справа этого нет. Оу, е. Мы как Человек-паук, зацепляясь не за край, а прям за плоскость. Так, кстати, погодите, а я могу сейчас висеть и одновременно делать обзор? Нет, не могу, она сразу... О, кстати, удачно залез я. Патрончики даже есть. Берем патрончики. Это хорошая вещь. Потому что я их практически не трачу. И когда их много, потом всех выпустить кого-нибудь будет прикольно. Так, это не может, да, нагнуться? Ну, я имею в виду, что... Пролезть, я же не в этом смысле. Так. Все нормально. Перелезли. Я бы даже тут сохранился. Просто, чтобы все это заново не пробегать, не делать ничего. Так, опять камера у меня по-дурацки. Так, это что там у нас такое внизу? Если я туда свалюсь, смогу наверх залезть или нет? Так, давайте все-таки проверим, смогу. Ну, вообще должен. Другой вопрос, надо мне это или нет? Там, по-моему, ничего и нет. То есть зачем я туда шел, непонятно, да. Сваливаемся. Так, а вот когда мы проходили, там центральный вход был. Это что такое было? То есть фактически... Так, давайте разберемся. Тут карта... Тут нет карты, да? Тут есть только компас, который показывает на север. Что логично. То есть мы обошли вон там, по-моему, да? То есть мы проходили, забежали сверху, обошли. Вон там яма с крокодилами и залезли сюда. Ну ладно, все равно нажму рычаг, мало ли что. Может, это, кстати, выход туда. Как вариант. Нажимай рычаги, блин. Блин. Что за лол? Так, там темно, туда я не пойду. Мало ли, что там еще осталось. Там ничего не видно, кстати. Вообще, углубление куда-то идет вниз, поэтому это неправильно. Может быть... Хотя нет, давайте все-таки сходим. Может быть, все-таки туда нам и надо идти. А, нет, ну вот, мы пришли откуда... Да, все, нормал. Только погодите, а как, то есть фактически мы должны были найти этот проход? Потому что мы бы уперлись в стеночку, да? Вот, первая стеночка, вот она. А вторая, то есть там закрыта дверь с рычагом. Блин, я-то думал, я хитрый ход какой-то нашел. А это так и должно было быть. Ну ладно. Так, я бы все-таки еще заюзал аптечку. 4 их осталось, ну ладно. У нас еще зато там, по-моему, 4 больших медпака лежит. Закроем, чтобы за нами никто не пришел. И надеюсь, что нам не придется убегать, потому что иначе я умру. Скорее всего. Так. Кстати, во второй части у нас есть эти флэрки. Ну, в смысле, палки светящиеся. Вот. Было бы, наверное, ужасно удобно. Вот я смотрю, там кто-то носится. Вы, может, не видите, но у меня силуэт явно отчетливо. Там, судя по всему, горилла какая-то. Так, смотрим. Вот она.
А это не горилла, нет, это тот чувак, кстати. Ну давай. Ты сдохнешь или нет? Лара, не падай! Ух! Посмотрим, куда он исчезает. Посмотрим, куда он исчезает. Нет, нет, не выпускай из виду, не выпускай его из виду. А, кстати, что-то он не планирует исчезать, посмотрим. Теперь я убегаю. А, нет, какого черта, давай. Ну чё? Ой, что-то я не ту кнопку нажал. Посмотрим, как ты это проглотишь, чувак. Блин, какой-то он скриптовый, видимо, и черт с два, я его смогу убить. Но пока его видно еще. Ну ладно, пусть он убегает, когда он хочет, пока живность тут поубиваю немножко. Эй-эй-эй! Мы так не договаривались. Короче, я так понял, он убегает так просто, там, спустя некоторый период времени. Ну, блин. Как-то это странно. Так, вниз пока я не побегу. Там в той стороне дверь была закрыта, вот здесь она открыта. Поэтому залезем сюда, посмотрим, что здесь у нас есть. Так, пару летучих мышей, естественно. Так. И вон наверху что-то, да? А, ну туда мы не залезем, потому что мы скатимся. Просто дверь не откроется, просто так поди тоже, да? Полное разочарование просто какое-то. О, а, ну это просто на арену, опять же, выход. Колизей все-таки, как-никак. Ну, честно говоря, вот я бы его не узнал, если бы мне так показали, спросили, что это. Вот Колизей — это последнее, что у меня в голове, наверное, бы промелькнуло. Но, тем не менее, уровень называется именно так. Так, ну пока мы можем нейтрализовать вот этих ребят. Просто, чтобы меньше проблем у нас было. Так, потом осталась еще одна горилла там. Вниз я, опять же, пока спрыгивать не хочу. Где-то чувак носится, или все, он уже не носится. Что такое? А. Киса, не убегай. Ты куда? У нас еще много есть, что обсудить. Так, вон еще одна дверка, кстати. Туда можно попробовать сходить. Может, там она откроется. Черт его знает, правда. Давай, эту кошку надо завалить. Где она? Вон она ходит, давай. Ну что такое? Все, осталось там горилла. Горилла не опасна, потому что у нее руки кривые, и она по нам ни разу, по-моему, еще нормально не попала. Даже когда попадает, то нам ничего не отнимается. Так, ну... Попробуем сюда зайти, наверное. Как вариант. Естественно, тут тоже ничего пока нет. Так, ну, оставшаяся дверка у нас вон там, и потом тогда идем уже либо вниз, либо попробуем там по карнизику пролезть. У меня такое ощущение, что возможно данное осуществить дело. Так, тоже ничего нет, да? Тут и не открывается. Ну ладно, пойдем тогда. Куда и Господи, бронировали. Планировали пойти? Вон туда, точнее. А, какой карнизик? Я по карнизику. Так, что такое? А, ну вон там горилла носится. Но по карнизику-то не получится пролезть, потому что за него не зацепишься, да? Ты чего? Обезьяна не успела слечь. Ну, я на всякий случай сохранюсь здесь. Вдруг так как бы я глупо поступаю, я не смогу вылезти потом. Ну, вообще не должен, конечно. Давайте. Где там горилла наша? Вот она. Недолго мучилась. Вон, я вижу спуск, кстати. По-моему, там несколько спусков было.
Ай-ой-ой-ой-ой, я тут, блин, она с текстурами у меня прям совпало практически. Ой, как я тут перекат сделал, прикольно. А у меня полздоровья это уже снялось ранее, или это сейчас только я так коряво сыграл? Что-то я не запомнил. Так. Сюда, как вариант, надо бы сходить, наверное, как-нибудь. А я наверх смогу залезть сейчас? Нет. Вообще должен, по идее. То есть, как вариант, где-то тут должен быть 100% подъемчик какой-нибудь. Так, ну тут я везде скачусь. Ой. Посмотрим сейчас по контуру. Вот, кстати, как можно вылезти, да, тут такой кубик нам на помощь. А вот там я смогу залезть или нет? Я просто туплю что-то. Если нет, то мы просто ныряем сразу вниз и без проблем потом пойдем. Так, нет, черт из два, тут я залезу куда-нибудь. Бум-бум-бум. Хотя, а вон там что такое? Мне опять кажется или нет? Давай, Ларочка, наверх. Наверх. Да, видимо, мне показалось, что наверху есть какой-то пароход хитрый. Нету тут ни черта. Ну ладно, тогда, я так понял, вниз только. Ой. Так, где эта дырка? Вот она. Ой, нет, нам явно не сюда. Ладно. Второй вариант. Вторая дырка. А, вон же проход, что я туплю. Так, аккуратненько посмотрим. А тут вообще, в принципе, можно спуститься, наверное, да? Давайте сначала вниз, потом исследуем проход. А, понятно. Пойдем, короче, сразу исследуем проход. Очевидно. По-другому как еще получится? Так, опять там темно. Ой-ой-ой. Сейчас уже на нас выпустят всякую гадость. 100%. Блин, а кошки там много снимают, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Не умирай. Я могу аптечку еще заюзать как-нибудь? А, нет, уже гейм-овер. Черт. Как это они прям быстренько, да? Тут знаете что? У нас вообще 4 всего шелки осталось. Ну ладно, там должно хватить, в принципе. В крайнем случае, она вроде автоматически должна переключаться или нет. Или мне кажется, она не будет ничего делать. Так, ну давайте, кто первый? Вот это я понимаю. Где вторая? Где вторая кошка? Вот она. Ой! Так. Замечательно, да? Значит, это открываем. Сейчас с него никто же не побежит, там же никого не было, правильно? Смотрим остальные рычажки. У нас никого не... Так. Что за новости? Ну ладно, пока кошки не сообразили, что как бы я внизу. Можно. Они там рычат, переживают. Ну ладно, пока я надеюсь, я успею рычаг нажать. Я не знаю, что он делает, но... Ага, это вот туда, куда я в прошлый раз не смог пройти. А мы сейчас выйдем здесь, короче. Мы не будем подниматься, мы просто выйдем с другой стороны. Чтобы кошки нас не заметили, не схватили. Хотя, может быть, это глупо, они тут кругом все вертятся. Естественно, кругом. Так, сразу достаем. Так, еще там, я вижу еще. Нифига себе, их очень много прям. Пока она пыталась оббежать нас, получила не раз. Так, кто-то еще там был или нет? Не вижу.
Так, ну, у нас успешный бой завершенный, да. Надо бы это сохраниться. Катастрофически все-таки не хватает патронов в дробовик. Вот наверх 100% же как-то можно. Мне вот кажется прям, что там что-то интересное. Не врубаюсь просто, как залезть, да? То есть если здесь я скачусь просто на известно куда. А, вот этот мне непонятно, да, уступчик. Может быть, он просто часть текстурки. Было прикольно, все-таки можно было туда забраться как-нибудь. Нет, боюсь, просто скачусь туда. А здесь тоже не заберусь, да? Нет, не допрыгнет даже. Ну ладно. Тогда к черту, это один мой секрет уже за уровень нашли, это уже много по моим меркам. Так, может сюда все-таки она запрыгивает, нет? Нет, не хочет. Не хочет. Так. Может быть, я, конечно, вообще туплю и наверх я попаду другим ходом. То есть, если сейчас мы пойдем просто по этому коридору, но все-таки обидно. Это какой-нибудь простой. Простую загадку не отгадываешь. Так. Смотрим за углы. Хитрым образом. Шагов никаких не слышу. Вот он рычаг, да, какой-то. Очевидно. Нет, это дверь. Кстати, дверь как-то странно сделана. Ну ладно. Так, что вообще это за помещение? Тут, видимо, это. Раздевалка или что это? Вот это прям очень выделяется, плита. Прям очень сильно выделяется. Но опять же кнопка действия ничего не делает. И наверху тоже, да, ничего нет. Странно. Так, это было открыто или нет? Нет, это не было открыто. Кто-то постарался, чтобы это открылось. И у меня плохое предчувствие. Ну ладно. А, фу, господи, что это плюс? Тогда врубился я. В чем была фишка? Так. Да, погнали, погнали, погнали. А, тут они не соединяются даже, да? Ну, они по таймеру, судя по всему, закрываются, потому что... Так, а это что не открывается? Я же стою на этой штуке, нет? Может, на ней надо прыгнуть? А, это опять открывается. Все, понял. Ладно. Логично. Логично. Иначе бы так мы бы там остались просто надолго, если бы она не открылась. Так, они поднялись. Перейдем в левую тогда. Тут у нас есть рычажок. И он наверняка откроет либо то, что справа, дверку, либо... Ой-ой-ой. Либо вот эту... Нет, судя по звуку, все-таки-то решетка открывалась. Черт, не успел. Да ладно. То есть она теперь еще и закрыта? Ух ты. Не люблю задачки на время, очень не люблю. Давайте. А, рычаг, 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 дурак. Рычаг, скорее! Мы же не успеем сейчас, давай. А-та-та! Ой, господи, что ж я не так сделал-то? Ну ладно. Так, она все время остается открытой, пока я тут стою, или даже, то есть все, по нажатию только идет, потому что... Давайте немножко все-таки постоим, потупим. Просто не надо это понять. Иначе в любом случае придется ждать, пока она закроется, чтобы заново нажать. Так, ну нет, вроде пока я стою, значит они остаются открытыми. Ну, погнали тогда. Что у нас налево, рычаг, потом направо резко. Погнали.
Скорее. Рычаг. Скорее. Жми рычаг, жми рычаг. И побежали, побежали. Оу, е. Оу, е. Ты чего? Это все, конечно, круто. А как нам мы выйдем теперь? А, все. Нормал. С какой попытки? С четвертой, наверное. Или с третьей у нас удалось это сделать все-таки. На всякий случай стрельнул, мало ли что. Опа. Что такое? Что за новости? А, ну... Не знаю, как здесь. Но вообще, если я на них просто найду, я не должен умереть. Хотя, черт его знает. А это, кстати, где вообще? Это та яма? Да, то есть тут можно было как-то... Не, сверху я никак бы не прошел явно. Просто бы умер. Во, теперь мы каким-то образом сейчас уже сможем залезть наверх. Ой, пардон. Так. А тут куда нам... Налево, да? То есть все-таки я был прав, то есть, да, наверх у нас путь лежал через низ немножко. И вот мы забрались куда надо. Да. Теперь можно, я так понял, уже вон туда прыгать, да? Потому что нигде никаких секретов я не вижу, по крайней мере, с такими текстурами они мне трудно поддаются идентификации. Так. Вот так вот, наверное, надо сделать. Хотя, может быть, и с краю слева надо было прыгать, хотя черт его знает. Не, допрыгнем нормально. Так, а здесь по карнизу нельзя перелезть, да, туда? Вообще, я думаю, можно туда это... Вот так вот. С разбегу фигануться. Или с места лучше, я не знаю даже. Давайте попробуем с места, хотя... Сможет она с места так прыгнуть? Вообще должна. Нет. С места не получилось, пробуем с разбега. Но чувствую, видимо, она и не допрыгнет даже. О, нет, смотрите, получилось. Хоть бы это был секретик. Просто горилла бегала. Я бы не сказал, что это секретик. Тут явно... Ой-ой-ой. Ложа для VIP-гостей. Такая. Вот какие-то... Ой, пардон. Ключ какой-то требуется уже. У нас есть вообще ключ какой-нибудь? Ни черта у нас нет. Так. Я не врубаюсь, просто мы... Должны были как идти? С той стороны или нет? Вроде пока. А вдруг с той стороны был секретик? Черт его знает. Но я проверил, конечно. Просто из любопытства. Сейчас кубик отодвинем. И сходим сначала туда, потом вернемся сюда при случае. Если там что-то будет слишком уж... Эй-эй-эй, давай. Слишком еще далеко туда ход пойдет, тогда не будем делать ничего. Главное, башкой бы не удариться вот об это. И норм. А я ж могу удариться без проблем. Ой-ой-ой, я даже переборщил немножко. То есть можно с места. Как я за угол залетел? Есть варианты? Ладно. Оставим. На потом. Так, а судя по всему, тут ничего и нет, да? Но это стоило, конечно, проверки. Мало ли чего тут могло быть. Вдруг тут какое-нибудь там супер-мега здоровье там. Точно ничего нет, да? Точно. Так. Ну, коли ничего нет, так просто проще.
Я, конечно, мог спокойно пропрыгать и обратно, но зачем мне это делать, если толку от этого все равно никакого бы не было. Так, мы теперь идем опять в темную комнату. А, тут только рычаг и здоровье. Ну ладно. Сверху у нас ничего не упадет? Нет, ничего не упадет. Открывается, я так понял, дверка снизу, потому что больше еще вариантов нету. Что еще этот рычаг открывает? Я сказал дверка снизу, но я не подозревал, что именно эта дверка. Я вообще не понял, какая сейчас открылась. То есть какая из трех, которых по периметру? Я думал, вот это откроется. На черта с два. Вероятно, открылась другая дверь. Которая из... То есть, если эта дверь по периметру, то неужели нам опять придется все заново, то есть пропрыгивать и так далее. Там на время открывашки эти делать. Теперь и черт знает, какая из трех или четырех дверей открылась. А, ну вообще из трех. Одна там дверь была наверху. Черт. Ну ладно. Пробуем тогда сначала сюда. Ой, черт. Ну немножко отнялось, не страшно. Блин, это же кошмар, да? Какие расстояния приходится покрывать. Но будем надеяться, что все-таки ближайшая к нам дверь открылась. И я сэкономлю кучу времени на этом предположении. Ну что-то мне кажется, не все так просто. А нет, смотрите-ка, я угадал. Это ништяк. Ништяк. Ничего нету. Ой. Да ладно, вот камень обязательно, да? Атрибут. Он же вниз упадет, да? Хрена с два. Вниз он упадет. То есть тут даже временно подумать у нас нет. Просто прыгаем вниз, хорошо. Хотя я бы зацепился, папа. А мы-то куда попали? Замечательно. Тут есть куда идти? Ну что, удобная квартирка, метр на три. Ладно. Он вообще скатился, непонятно, то есть что послужило причиной того, что он покатился вниз. Так, открылась очередная дверка снизу, то есть это либо, да черт знает какая. Так, вот теперь мы скатываемся вниз, я понял, да? Тут и был. Ну, я думаю, как бы просто идем по периметру, тут не особо много вариантов у меня, какая из дверей могла быть открытой. Это мы откуда пришли, по-моему, да? Ой-ой-ой. Ой, у меня зеленая одежда стала. Или это так тень, типа, отыгрывается? Или это глюки у меня уже? Ой-ой-ой! Опять ты, чувак. Вот сейчас 100% он исчез. Он уже такой Бэтмен, чем мы. Ты уже поняли, что хоп, и его... Ой-ой-ой, ты чё? Стереотип рушишь, дурак. Ты должен был исчезнуть красиво. Давай, беги, беги. Нет, не в ту сторону. Не в ту сторону, чёрт. Я не понимаю, зачем делать таких врагов, которых нельзя убить? Ну, сделали бы так, что да, они как бы убегают, когда у них мало запас здоровья, но какого черта они возвращаются сразу так быстро? Вот эта дверь, кстати, это открылась. Предлагаю сохраниться здесь. Точнее, сначала вколоть себе что-нибудь. Тут у нас 5 медпаков, тут 4. А, ладно, ничего не будем вколоть, просто сохранимся. В крайнем случае можно будет сразу большой медпак заюзать, если что. А... О, нет. Это мое самое нелюбимое, да, опять? Ах, ну ладно. Ну ладно. Может быть, на самом деле у меня уже все, скилл нормальный. Уже сможем нормально запрыгивать всюду. Всюду, всюду и везде. Так, ну вообще,
С места отсюда, наверное, можно запрыгнуть нормально. О, аккуратно. То есть это еще не самые сложные прыжки, которые нам доводилось делать. Скажем так. Так. А тут я не врубаюсь, там потолок же мешаться будет. Как я смогу-то? Ну ладно, нет, давайте все-таки с места сделаем, просто зацепимся. Потому что если я с разбега буду делать, я боюсь, потолок просто задену. И ничем хорошим это не кончится. И вот сейчас должна открыться дверка третья, да, наша? Логично было бы, да, сверху. Надеюсь, мы туда сможем залезть. Так, теперь как-нибудь красиво... Ну, зато мы теперь сможем использовать большой медпак. Я на самом деле это все заранее спланировал. Если у вас возникнут вопросы, что он дурак, что так что свалился. Нет, я специально свалился, чтобы аптечки не простаивали. Просто так. А, я сохранился или сейчас нет? После каждого нажатого рычага надо сохраняться. Ну, вот перед дверкой сейчас. А вообще-то вон там еще один рычаг. Но черт его знает, что перед ним произойти может. Так что я уж, пожалуй, не побрезгую, если сохранюсь. Тем более, это могут быть другой рычаг вообще, какой-то тут вода, видите. Не дай бог там... Я знаю такие задания, типа нажимаешь рычаг и плывешь, пока там таймер тикает, да? Все, плывем вниз. Не знаю зачем, но как бы, как вариант. Там дверка открылась, да, и мне кажется, что она открылась ненадолго. Ой. Здоровье у нас какое-то тут. Ну, естественно, пока мы будем двигать куб. Ай, черт, черт, черт. А его назад-то не подвину, да? Никак. Блин, придется только вперед его двигать. Ну, надеюсь, рычаг был не на время, хотя я очень боюсь, что именно был на время и потратим зря сейчас на движение. Если что, придется просто пробежать еще раз. Так. В чем смысл комнаты? Я вход закрыл нечаянно своим кубом. Или нет? Да. Вот такое бывает. Вот почему я предпочитаю кубы двигать все-таки назад, а не вперед. Потому что хотя бы видно, что чего. О, ключик. Кстати. Хорошо. То есть мы... А зачем тогда нам ключ, если мы уже открыли там какую-то дверь? Ну ладно. Не буду задавать пока лишних вопросов. Так, рычаг уже все нажат, да? Нажат. Нормально. То есть не на время он был, это хорошо. Внизу никто не носится. Вообще возможно, как бы, вариант. Что там уже ребята всюду. Так, как мы проходили-то, я забыл. А, да. Все, вспомнил. Ну отсюда нет никаких шансов, что я допрыгну лихо. Ой. Хотел слезть. Аккуратно. Ну ладно. Опять вниз. Кинг-конги всякие маленькие бегают. Которые зачем-то... А может, он не хотел вообще меня атаковать? Может, он так мимо пробегал? Потому что на меня он явно не бежал. Ну, его проблемы. Вообще-то, честно говоря. Не дай бог здесь опять загадки с этими. Да ладно, ну зачем? Я же уже это про... А, дверь-то открыта, все. Че это, блю? Все. Нет претензий. Так, теперь нам просто наверх надо забраться. Опять же. И опять же, я не понимаю, зачем нам. То есть у нас есть ключ, а дверка все равно открылась. Или там двойной замок какой-нибудь. Вероятно. Так. Отсюда мы, да, запрыгивали в прошлый раз. Черт, с два. Как бы, если один раз получилось, не факт, что второй раз тоже получится, поэтому. Хотя ладно, у меня сейчас удачно все складывается пока что.
уже мастер в прыжках практически. Так, тут никаких горилл не появилось. Так, а если мы ключом открываем дверь, это просто нам дает путь вниз, да? А то, что вон там открылось, это что? Это к чему? Мне просто интересно. А. Да. Но это того стоило, конечно, поворачивать тот рычаг здоровенный, плыть, чтобы взять одну аптечку. Ну ладно. Просто и дверь какая-то большая слишком для такой маленькой комнаты. Так, а где это? Не понял. Где решетка-то? А. Она чуть дальше. Все, окей. Сейчас проблема с выбором ключа у меня не возникает. Поэтому удачно получается. Так. Что такое? Я слышал гориллу. Не знаю, как вы, но я отчетливо слышу гориллу. Причем не одну даже. Вы где там все? А, вот. В зоопарк сбежал целый тут или что? Почему так много вас-то? Все. Ну, если так, то ущерб зоопарку мы опять большой нанесли. Стреляем и в гориллах, тиграх и других. Ой, нет, 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 только... Так, ну я посмотрю, конечно, что здесь у нас есть. А ничего здесь у нас нет. Поэтому я сейчас обратно всплыву, глотну воздух, потому что просто потратил время зря. Опа. А, нет, все. А, крокодил! Вылазь! Вылазь! Дура, вылазь! 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 Крокодил же там! Убей его! Что это, у меня глюки хотите сказать были? Я видел крокодила, я точно знаю. Хм. Хитрец, ну ладно. Будем тогда надеяться, что мы плаваем быстрее крокодила. Вон, кстати, можно всплыть, но не дай бог это просто глотнуть воздуха, может нет. Там можно всплыть, ты там крокодил, вылазь, вылазь, вылазь. Все нормально, нормально. Мы это сделали. Хоть бы это спускало в воду, пожалуйста. Я просто не хочу. Эх, черт. Черт, С2 это спустило в воду. Ай! Я плаваю зигзагом, чтобы крокодил не успел меня цапнуть за что-нибудь важное очень. Так, ну вроде он отстал. Ура! Прошли уровень. Даже я потратил меньше часа на это все дело. Прям. Секрет опять один из трех. Нормально тоже. Продолжаем наше путешествие. То есть два уровня все-таки. Я надеюсь, успею прогнать. Ой, всплывай. Ура! Так, сохраняемся, во-первых. Так, я просто пробегу по контуру, посмотрю, что-то есть интересное, что-нибудь. Вот, да, тут вообще-то как бы много куда есть вариантов пойти, да? Не люблю вот такое. Это слишком много. А-а-а-а! Отвали ты. Кстати, что-то он от нас... Потерся об нас, но ничего нам не снял. По здоровью, в смысле. Может быть, они тут миролюбивые все. Это я только всех убиваю постоянно. Но вообще нет. Кошачьи-то нас трепали не слабо. Так. Я вообще не могу понять, куда я иду тут. Блин, такое количество коридоров стало. Ну вот, еще где-то макаки носятся. Смотрите, сколько их там. Точно зоопарк целый.
И он причем мимо так пробегал, типа, между прочим. Что-то сильно какой-то попался. Ну ладно. Блин, смотрите, сколько всяких дверей. За ними вот колья виднеются, потому что просвечивает через щель. Так. Куда нам идти-то в итоге? Я не врубаюсь. Столько вариантов у меня. То есть я могу сейчас забраться наверх, да? Я могу куда-нибудь еще забраться. Абсолютно непонятно для чего, правда? А, нет, не заберусь я наверх. Ладно. Что я могу противопоставить этому? Сюда я могу подняться, нет? Нет, не могу. Сюда, видимо, тоже, хотя черт его знает. Но вообще нет, высокая, по-моему. Да. Сейчас мы попроверим. Ну, колонны, я думаю, все одинаковые, поэтому мне нет смысла сейчас. Хотя нет, все одинаковые делать им тоже не было смысла. Наверняка одна из них чуть пониже. То есть на нее сначала забираемся. Ну вот, к примеру, даже вот это выглядит. Хотя нет. Нет, она выглядела, правда, ниже. Так, у меня какой-то фоновый шум появился. То есть это значит, кто-то еще перемещается. Вы можете тоже слышать, кстати. Но я не понимаю, чей он. Вроде ничего не происходит. Вот тут куча рычагов. Точнее, 5. Есть предположение, что нам придется сейчас весь путь туда пропрыгать. И уже потом, как бы, иметь дело с рычагами. Так. Интересно, здесь что-нибудь есть? Нет. Зачем тогда этот уступ? А, вон, смотрите, там что валяется. Красивые вещи какие. Тогда мы туда все-таки сбегаем. Напрягает все-таки из динамиков шум. Сейчас он, кстати, стал сильнее. Такое ощущение, что за стенкой что-то происходит. Там ползает или механизм какой-то работает. Черт его знает. Ура. Теперь же мы прыжки начали даваться ужасно здорово. Так, у нас патроны опять для магнума, но магнума мы так и не нашли до сих пор. Почему-то. Шум, кстати, прекратился. Ну, чувствую, сейчас он снова появится. Да, то есть это конкретно что-то. Что-то там. Так. Как бы спрыгнуть, чтобы не перелететь его. О, нормально получилось. Так. Вперед. Дальше. Я все-таки сохранюсь, потому что я взял, да? Что-то же. Может быть, я уже сохранился, но у меня, честно говоря, память какая-то короткая стала. Так, вот здесь придется только с зацепом, видимо, прыгать. Почему-то мне так кажется. Да. Ну, согласитесь, уже фейлов стало намного меньше. Меня это не может не радовать. Вас не знаю. Вас, может быть, наоборот, это напрягает, что я перестал меньше падать, но... Перестал меньше падать? То есть я начинал сначала меньше падать. Ладно, не будем слишком... Так, что это такое? А, просто нога там человека. Я думал, здоровье какое-то лежит. Не будем придавать особого значения тому, что я говорю, и просто как бы... Да ладно! Я так далеко пропрыгал и свалился здесь. Хорошо, что я сохранялся, да? Кстати, где я сохранялся? Ах ты ж, черт. Так, ну все, пошло дело. Сплошные фейлы опять. Что за ерунда? Давай, аккуратненько, аккуратненько. Да, что такое? Я идеально пропрыгал в предыдущий раз и сейчас начал сваливаться. Вот заикнулся один раз, и все, и пошло дело, блин. Ничего, сейчас я быстро скилл вернется в свое прежнее положение. Так, вон на той колонии сверху ничего нет? Нет, ничего нет. У нее там... Да что такое? Я же жал пробил, серьезно.
Ну, пробел, это у меня прыжок просто стоит. Все-таки еще не совсем понял, почему у меня в некоторых местах она не прыгает. Видимо, все-таки как пробел надо нажимать хитро. Хитрым образом. Очень хитрым образом. Еще чуть-чуть и все. Так, тут я с разбегу прыгал или нет? Ну, к черту, честно говоря. Должно получиться сейчас и так. Да, нормально. И тут я очень глупо свалился, хотя тут можно было просто спокойно с места перепрыгнуть просто. Итак. О, у нас есть что-то внизу. Жать рычаги или вниз идти? Давайте все-таки сходим сначала вниз, посмотрим, что там. А потом уже понажимаем все. Так, что у нас здесь? А, здесь у нас еще просто один рычаг. Как? Странно. Он, поди, просто открывает эту фигню, чтобы нам не прыгать потом. Миллион лет, да. Это логично. Это логично. Забираемся теперь наверх. И пошли слева направо будем или справа налево нажимать. Ну, я думаю, слева направо логично. Хотя без разницы, поди. Не критично особо, какой рычаг первый нажимать. Я нажму этот. А, окей, ничего не произошло. Хорошо. Я нажму этот тогда. Короче, нажимаем все рычаги, а там как пойдет уже. Ну, я так подозреваю, открываются те комнаты с этими. Где там еще комната с шипами у нас была? Так, ну все, да. Теперь идем смотрим. Опять же, сначала в ту сторону пойдем. Надеюсь, из них никто не убегал, потому что будет совсем уж сложно. Да, вон, дверки открыты. Так, самая левая дверка у нас вот эта, да? Эй! Я же нажал все рычаги, что произошло-то? Или они так не работают, когда они все нажаты? Они все нажаты, явно. Тем не менее, дверки закрыты. Что-то я не понимаю, что происходит. То есть количество рычагов должно совпадать с количеством дверей, правильно? Я более чем уверен, что это так. То есть у нас... Так, это не дверь. Раз дверка, два дверка. Там три дверка. И... И все, что ли? Погоди, три двери. Да. То есть нет. Что делали? Пять рычагов, я не врубаюсь. А, нет, вот. Вот еще одна. Четыре двери. И пять рычагов. Так, хорошо. Если я один рычаг все-таки выключу, что-то произойдет. Конечно, маловероятно, но фиг его знает. Фиг его знает, что может произойти. Ну вот это, допустим, я выключу. Я вообще люблю логические загадки и задачки, но как бы... Тут они никак не аргументированы. То есть просто пять рычагов, сам думаю, что они делают. Дверки как бы... Ну, в любом случае, рычаги нажаты, да? Поэтому давайте сходим назад куда-нибудь, да? Тут там вообще было много мест, куда можно было пойти. И уже, если там ничего не получится, вернемся сюда и разберемся, что же делают наши рычаги. Я, кстати, сохранюсь. Так. Так. Я уже забыл, откуда мы пришли. Я помню, что там вода просто была, и все. Я вообще, по-моему, внизу что-то было. Да, вон там проходик какой-то куда-то. Ну, мы туда же, естественно, сходим. Посмотрим, что там.
Блин, ничего тут. Коридоров-то много, блин. О, наверху наверняка что-нибудь есть, да? Давайте слазим. Ой. Да ладно. Или по-другому туда как-то залазить. Или сначала надо залезть вон туда, да? Пройти по карнизу и сюда сигануть. Блин, даже ничего не просвечивается. То есть текстурки обычно нам подсказывали, что там лежит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Как я чувствовал. А, я забыл, что животные наверх не залазят, поэтому... Ну и чё ты куда убежал-то? Все, нейтрализовали ребят. Они тут просто тут что-то тусили, непонятно зачем. О, сколько же коридоров тут. Ё-моё. А, ну тут вообще тупик. Вот что за шум был за стенкой. А, нет, он еще не кончился. Он отсюда идет, кстати, звук. Сейчас у вас из левого динамика должно идти. Огонь это или вода? Или что? Непонятно. То есть либо вода, капающая на камень, либо огонь там. То есть... Трудно различить. О, аптечка. Берем. Однозначно берем. Так, и тупик здесь. Ой. Очень-очень подозрительно. Так. Сюда тоже нечего, да, делать? А сюда можно было пойти? Я просто не помню. Нет, конечно. Ну, видимо, какие-то загоны это. Может быть, для тех же львов. Или что это за животное. Больше по морде они на крыс похожи, чем на львов. Черт его знает, какие там у них гибриды были. Так, вот наш мертвый крокодил. И там, по-моему, еще два варианта, куда можно было идти у нас было, да? Вон туда, либо вон туда. Давайте сначала сходим в боковые ходы, а потом уже посмотрим, чё кого. Так, чтобы далеко не бежать, опять сохранимся здесь. И посмотрим, что же нас ждет впереди. Да. Зато там, смотрите, сколько народу тут тусит. Пару горилл вон носится. Радостной жизни живут. Вон там я вижу патроны или аптечка, это наверху. Вообще нет аптечек, скорее всего, большая. Так. Какой-то прям парк Дионисия. Или как там его звали. Ладно, идем тогда в центральный ход. Рычаги мы все нажали, все равно там. То есть... Я не знаю, что еще я могу сделать. Сюда я могу залезть как-нибудь? Вон с той колонны, например, нет. Она, по-моему, под этой штукой. И мы не залезем. Хотя... А вдруг залезем? Давайте проверим просто так. Нет, не залезем явно. А там... Тоже явно не залезем. Ну ладно, к черту. К черту тогда. Тогда идем. Большой страшный темный коридор, который сейчас просветлеет весь. Но у меня как бы... Ой! Что такое? Камера дернулась. Вон я же макаки. А, вот макаки носятся тут всякие. Отлично. Минус один, еще одна где-то носится. Я помню. Прячется, прячется. Я думал, они не залазят никуда. Так. Ладно, хорошо, допустим. Вон, кстати, там что-то наверху есть.
Да ладно, ну ты же можешь допрыгнуть, давай. Что за лол? Ай, так, и чё там? Как тогда, вот только так? Есть вариант, отсюда она сможет залезть? По идее должна, но чёрт её знает. Она так не любит по диагонали прыгать, поэтому... Да нет, мне кажется, не допрыгнет. Да, не допрыгнет. Та-та-та. Так, ну тут у нас ничего нет, наверное, да, больше? Просто идем туда, вниз. А, пардон, нет, не вниз. Опять гориллы где-то носятся. А, ну мы, наверное, в тот парк сейчас придем, да? Ой-ой-ой! Что у нас там? А, о, это как? Не добили, что ли, одну из них? Вот смотрите, их сколько опять, да? Вообще куча горилл. Куда они берутся тогда? Где вторая? Вон. Я просто не могу пройти мимо. Сюда гориллы не должны забраться, честно говоря. Да. Забираются сюда гориллы. К счастью для нас. Ну ладно, что, идем вперед. Вообще, я очень удивлен количеством приматов здесь. Так. Если я возьму, ничего не произойдет, надеюсь. Видимо, нет. Для чего были тогда те 5 рычагов, я понятия не имею. Но вряд ли это прохождение уровня, что-то слишком рано еще. Для конца уровня, естественно. Нас еще тут не раз, я думаю, помучают. Вот еще какой-то рычаг. Кошмар, сколько их. Так, отлично, сейчас там. Пойдем уничтожим вандалов этих. Поэтому поди уже все изгадили. Так, да, это у нас налево, да, по-моему, от бассейна было. Тут никаких новых горилл не появилось, слава богу. Потому что что-то слишком уж много их было. Последнее время не дает мне покоя этот карни... Ой-ой-ой, уже выбежали нас встречать делегация целая. Или он мимо пробегает, ты куда? А, конечно, пистолетики у нас слабенькие немножко. А в дробовика патрона практически не напасешься, поэтому что делать? Да ничего не делать. Подозрительно тихо, я вижу аптечку сверху. Это вообще идеальная локация, куда бы просто закрывают за нами двери и спавнят кучу народу. То есть я... Знаем таких. Ой. Так, ну сначала я возьму эту штуку. Давай. Наверх. Да ладно, чё ты. Эй, не сюда, сюда. Ах, черт. Да ладно. Что за глупость? Сначала сюда залезть, что ли, надо? Ну да, видимо, только так. Вот, сам, кстати, и проход куда-то есть. А, видимо, нам туда и надо. Берем. Берем. Сохраняемся. Так, погоди, гаечный ключ был или что? Вот это. Где мышка моя? Ну ладно, неважно. Просто воображение богатое. Ой-ой-ой! Даже не успел опомниться.
Мидас. Ноги только его видны. Так, а что у нас там? А ничего. Ну ладно. Ой. Ой-ой-ой. Нет, 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 не умирай. Что за лол? Кто же знал? Ладно, хорошо, камень не трогаем. Это отличный повод объяснять детям, что нельзя что попало трогать. Так, и чё? То есть, если я даже на него запрыгну, такое будет, да? Нет, если я напрыгиваю более-менее. То есть, только если трогаю камень. А вообще, в чем смысл комнаты этой? Я не врубаюсь. Сейчас посматриваюсь, конечно, но... Я не вижу никакого хода, ничего. Я могу, конечно, сюда залезть, не знаю зачем, но я могу это сделать. Как бы. Эй! Ты чего? Ну, я не понимаю просто смысла. Вот мы сюда пришли, да? Никуда никаких ходов не вижу. Ничего. Начались затупы. Жесткие. Так, только вот выход, откуда я пришел, то есть я могу тоже повандалить, пострелять немножко, но ничего не происходит, опять же, да? Иди вперед. Ты хочешь вперед идти? Ой-ой-ой. Что началось-то? Вон, я вижу, там, да, что-то... А, нет, просто там стенка, опять же. То есть мы пришли сюда, и как бы толку от этого я не вижу, честно говоря. Или мы тут что-то взяли? Мы взяли тут что-то? То есть здоровье мы взяли, по-моему. Надеюсь, на это можно прыгать, да? Да. Только рука была волшебная. Ну ладно. Допустим, что нам сюда и не надо было. Это так просто. Достопримечательность. Да? Так. Спускаемся. Есть еще вариант, что может что-то надо поставить сюда. У нас ничего нет. Ты что я сюда поставлю? Тут... А, нет. Тут часы, по-моему, да? Или что это? Я жму действие, ничего не работает. Ай, блин. Вот это уже нетривиально абсолютно. Потому что да, туда мы сходили, там ничего нет. Двери не открываются, естественно. А, кстати, за ними ничего и нет, по-моему, да? За дверьми-то. То есть... Зачем солнечные часы в закрытом помещении, я тоже понятия не имею. Вроде они... Выглядят они именно как солнечные часы. Насколько я знаком с их конструкцией. Так. Прохождение, чувствую, будет очень долгим. Вот, наверное, в чем вещь. Ой, что это было? Куда-то мы вляпались. В чем вещь? Проведение стримов, что хотя бы тогда в чате кто-то может подсказать отдельную идею, и как бы прохождение будет намного быстрее. Кстати, то есть, если кто-то заинтересован, высказывайте в комментариях, может быть, можно будет найти времечко и провести стрим. Ну, по крайней мере, по заключительной части точно там последние уровни, там штуки 3-4. Так, ну ладно, пока уйдем отсюда тогда. Может, я что-то туплю. Вернемся к тем рычагам, опять же. Посмотрим, что я упустил там. Попробуем. Это что такое там наверху? Это не рычаги? Нет, это просто так. Текстурки. Так вот, попробуем их по очереди включать. Может быть, если всех сразу включить, это им не нравится. То есть такой вариант. По-моему, они здесь, да, были? Не будем надеяться, потому что... Ай, у нас времени просто так тупить нет.
Дверки, дверки, дверочки. Что-то не хотят у нас открываться. Просто по нажатию. Эй, а здесь заход был? Да-да-да, вот он. Ай. Так, ну прошел вроде только час с чем-то. В принципе, может быть, это еще простит. Ну давайте, а они будут вообще выключаться? Нет, конечно, будут. Что мы быстренько все сейчас вырубим, оставив только один рычаг включенный. И это должно вообще сработать, да, по идее? Если они такие уж противные. Так, и снова нажмем. Один рычаг нажали. Итак, что изменилось? Эта дверь закрыта. Эта дверь закрыта. По-моему, они все остались закрытыми. А, нет, вон, по-моему, открылась одна дверь. Слушайте, правда, что надо было это... Ой. Надо было по очереди их просто... Да-да-да, смотрите, огонь был, все правильно. Правильно мы угадали звук. Ай, так, там вода, но там чувствую в воде всякая гадость. Вон, я вижу уже, что там что-то плавает. Причем какое-то небольшое. Это крысы или что это? Я могу по ним попасть? Это, конечно... Логично со стороны разработчиков. Опять же, животных ставить. Крысы, слава богу, умертвляются достаточно лихо. Так, у меня есть предположение, что в воде, видимо, только должен быть какой-то рычажок, который нам поможет это выключить огонь. Иначе просто у меня других идей просто нет. Сейчас она выплывет, просто не хочу в воде с ними иметь дело. Вообще много, да? Ну все, они умерли все. Ну, вероятно, да. Но что-то в воде я не вижу, чтобы что-то было. Честно говоря, никаких рычагов, ничего нет. Ой, там, кстати, крыса. Еще одна жива все-таки. Ну, к черту ее. Мы все равно быстро плаваем. И че? То есть, а, по огню прыгать явно не вариант. Крыса за нами пытается еще так успеть. Может быть, есть еще предположение, что если нажму еще один рычаг, да, то он что-то там изменит, к примеру, там, допустим, отключит огонь. Почему нет? Просто если я просто буду сейчас по огню прыгать, это... Он даже не мигает, да, то есть никакой последовательности у него нет для мигания. Попробуем еще нажать один рычаг рядом. Какой-нибудь, ну, боюсь, просто дверь закроется и все. На этом закончится. Конечно, можно было попробовать пропрыгать по огню, но черт его знает, неохота мне как-то этим заниматься. Мы все-таки не индусы ходить по углям и тому подобное. Так, давайте нажмем второй рычаг. Дверь не закроется здесь? Или закроется? Дверь закрылась. Хорошо. Вторая, может, открылась какая-нибудь? Нет? Так, ну ладно. Кстати, может, огонь оставим на потом. Сейчас я этот выключу. Посмотрим, какая дверь открылась. Так, эти закрытые. Наверняка открылась вон там какая-нибудь, да? Оп. Опа. Да нет, ничего вообще не открылось. По-моему. Это закрытое. Это тоже закрытое. Второй рычаг ни о чем получается, что ли?
Ну ладно. Хорошо. Берем второй рычаг, откроем третий. Вот этот вот, да. Посмотрим, что это нам дало. Эти две опять закрыты комнатки. Не дай бог, там какая-то комбинация рычагов нужна, потому что, блин, тут их 5, да? Или сколько? Да, 5 рычагов, это очень много комбинаций можно придумать с ними различных. Тем более, даже не знаешь, сколько рычагов должно участвовать в этих комбинациях, поэтому... Поэтому, так, там дверь открылась, не вижу. Нет. Только тогда я не врубаюсь вообще, то есть один рычаг включает. А может эти надо вдвоем нажать? Вот эти второй и третий. В куда они не работают. Поодиночке, может, вдвоем сработают. Нет. Опять ничего не получается. Самое обидное, что никаких подсказок нет. То есть нигде не висит никаких символов, ничего. То есть чё, кого, разбирайте сами, видимо. Ой-ой-ой. Это тратится столько времени. В интернете есть куча всяких, типа, спидранов и прочее, да? Это, наверное, имеет смысл проходить только, когда ты знаешь, что делаешь. Ой-ой-ой, я чуть не упал. А, дверка не открывается опять. У меня появилась еще одна догадка, что, может быть, эти двери будут открываться только после того, когда мы пройдем эту комнату с огнем. Так что я сейчас проверяю последний рычаг. Включаю обратно первый. И пойдем траить вот эту огненную комнату. Да. Да, я думаю, там... Ой-ой-ой, а черт упал. Ну, заодно сейчас просмотрим, да, дверки. Надо 100% закрыты, потому что... Скорее всего, догадка у меня верна. Именно так все и работает, да. Ладно, идем. Ой-ой-ой. Походу дела запись будет 2 часа. Если я сейчас быстренько не разрешу нашу дилемку с огнем. А черт его знает. Ну, вообще, конечно, это игре плюс, что она как бы дает пищу для размышления, но эта пища должна быть съедобной хотя бы. Чтобы был толк от этого. Так, теперь надо спуститься как-нибудь хорошо. Я просто не хочу падать. А, ну вот, я сюда прыгну. Ой, черт. Ну ладно. У нас там еще одна крыса плавала. Может, мы сможем нейтрализовать сейчас? Все, она умерла? Да. Отлично. Ну так это... Вы издеваетесь, да? То есть мне просто нужно было перейти, что ли? И все? Что-то слишком просто. Давайте-ка это. А-та-та. Я просто не буду вылазить из платья, потому что мы уже так кучу времени потратили на это все. Не дай бог она и включится, когда я на полпути там буду. А-а-а, я ж знал, что так и будет, но мы сдохли уже практически. То есть, надо преодолеть эту комнату за серию прыжков, да? Блин, это для меня плохая новость. Потому что я прыгаю очень плохо. Вот, ну что такое? Ой, серия прыжков без остановки, это вообще для меня... Нонсенс. То есть я тот еще прыгун. Но вроде в первый раз получилось, то есть сейчас попробую приноровиться. Вот последний прыжок, надо паузу сделать все-таки шаг назад. Времени, потому что хватает, я думаю. Та-та. Что ж ты падаешь? Давай. Назад.
Не дай бог сейчас включится. Не включайся, пожалуйста. А, ну все равно упали. Ну это надолго. Так что запись вполне может выйти двухчасовая. Тут какое-то хитрое нажатие, блин, пробило. То есть он то ли двойное, оно, то есть зажать и отпустить, или как? Ну сейчас у меня, походу, уже времени просто не хватит на то, чтобы преодолеть весь путь. Да, я еще и свалился. Ох, да, эта игра заставляет помучиться. Так, давайте просто попробую один раз, то есть. Вообще. Не, боковым сальто это все преодолевать, это слишком жестко, наверное. Нет, тут именно серия прыжков нужна. Вот, не понимаю я. То есть я жму, честно жму, упорно и честно пробел. И она вот здесь сваливается в любом случае. То есть то ли ей надо как бы дать время на шаг, то ли что. Если бы я потом еще видео обрабатывал, я бы просто включил музыку и сделал счетчик попыток. Потому что это было бы забавно, наверное. Вот что если сейчас помешало прыгнуть, я вас умоляю. Ох, какой кошмар. Ну, вам в записи легко, вы можете просто промотать этот кошмарный момент. Как же жестко. Сейчас включится огонь, сейчас включится огонь, быстрее! Я был так близок. Просто я остановился у последнего, потому что она бы не перепрыгнула, мне кажется. Вот, видите, она сваливается просто у последнего. Какого черта? Давай, солнышко, прыгай. Прыгай. Нет! Я бы сам проще, блин, быстрее все пропрыгал. Конечно, у меня... Вряд ли были бы бесконечные сейф-лоуды, но... Чувствую, если бы я знал, что вот сколько у меня секунд есть, то... Пропрыгал бы. Ну, что ты будешь делать? Попытка, наверное, 20-я уже, но где-то вот в этом районе. Я самый кошмарный прыгун. Еще управление просто у меня такое непривычное, да? То есть, если во всех играх просто без задержки прыгает, да, то тут задержка есть. И тут надо подождать, пока она как бы она от прыжка отойдет. И потом только можно нажимать его. Кстати, вот это, наверное, и есть часть причины, почему я не могу допрыгивать. То есть, мне нужно давать ей буквально там несколько долей секунды на то, чтобы она отошла от прыжка. У него ноги все обе оказались нормально на земле, и потом уже попытка 25-я, если я правильно считаю. И может быть надо как бы обращать внимание на то, что есть вот эти и вот эти. Да ты что ж, ты мы запрыгнули почти. То есть нажимать прыжок на черных уже метках, да? Тогда у нас практически хватает... Чтоб тебя. 28-я, да? Хватает времени на то, чтобы нажать прыжок. Вот в одном и том же месте, на одном и том же. То есть фактически, может быть, мне не поторопи... Ой, не... Да что такое? Ой, чуть сохранить не нажал. Не торопиться и... А это, представьте, это одно, я так понял, только испытание. У нас еще там 4 комнаты. Что замечательно вообще, конечно. Разработчики, привет вам.
с далекого 2012 года. Ну что ты последний это прыжок постоянно запарываешь? Я не могу, у меня уже горло охрипло от возмущения. Руки отказываются работать. Уже попытки перевалили, наверное, 30. Я уже даже просто не прыгаю, просто сваливаюсь в воду. Какой кошмар. Давай. Вот сейчас что-то упало, я не понимаю. Я нажал прыжок ровно где надо было, вроде. Вот, ну что-то я даже специально остановился. Какого черта? Ай. Вообще русский язык способствует, как бы это. Вот. Такое ощущение, что надо мне отпускать кнопку направления, когда... То есть я бегу, прыжок, направление. Отпускаю кнопку, прыжок, направление, прыжок, направление, прыжок, направление. Твою мать. Лара. Что за дела? Тебе не жалко меня ни разу, что ли? Прыжок, направление, прыжок, направление, прыжок, на... Ну куда? Хорошо. Чё вру? Конечно, нехорошо, просто абсолютно кошмарно. И когда попытки переваливают за сотку, тогда уже будем начинать волноваться. Пока, я думаю, это нормально еще. У меня очень такой... острое желание выключить запись, пропрыгать это и только потом включить. Но вдруг кто-то скажет, что я читер и все такое. Мне вообще, честно говоря, сейчас уже пофиг, но я просто хочу из принципа пропрыгать это сам все. Так, да сваливайся, мы уже не успеем в любом случае. Хотя ладно, давай попробуем. Да нет, не успеем, потому что свалился второй раз. Теперь вот это настоящая ностальгия. Вот это те, кто играл, теперь понимают, в чем была фишка серии этой игры. Потому что то, что мы увидели для этого, это так было. Были цветочки, вот настоящая игра пошла, наконец-то. А, вы, наверное, даже видите, с какой силой я жму на клавишу прыжка. Шаг назад, шаг назад. Давай, сделай шаг назад. Почему ты не прыгнула сейчас? Объясни, я нажал прыжок у края. Даже все нормально было. Кто? Я уже счет просто сбился, короче, с числа попыток. Но доста, видимо, еще как бы нам как минимум 20 точно надо сделать снова. Я, в принципе, уверен, что я смогу сделать. Почему в одном и том же месте падаю? Я, конечно, уже предвкушаю, что в комментариях мне выскажет все. Выскажет... Господи, я уже... Слова у меня не подбираются как надо. В комментариях выскажут все, что думают обо мне, но... Ребят, извините, пожалуйста. Как бы, вот, не получается что-то ни разу. По какой причине она мне не хочет прыгать, я даже не знаю. То есть, что ей не нравится. Я теперь зажал кнопку направления. Вроде даже это лучше, чем не зажимать кнопку направления, но она все равно сваливается. Что ей не нравится. То есть, надо специальный гайд по механике прыжка, видимо, писать, потому что... То есть, для разбега ей нужно как минимум 2 шага, что ли. Да-да-да-да-да-да-да, все, ребят, я понял, механику прыжка ей нужно, для прыжка с разбега ей нужно как минимум сделать 2 шага после приземления, иначе она просто, видите, сваливается, да? То есть, чтобы все это пропрыгать, мне надо так хитро рассчитать это все дело, чтобы у меня на каждой колонне было по 2 прыжка. Вот, видите, на последней колонне просто тупо не успеваю сделать 2 шага, поэтому она падает. То есть мне надо на последнюю колонну вообще под углом заходить как-то хитро.
Или остановиться все-таки. Вариант остановки мне тоже нравится, в принципе. Но, блин, я механику прыжка сейчас прочухал. Это, конечно, жестко. Так, шаг назад делай. Уже пофиг на огонь. Пошел в жопу огонь. Мне по барабану. А, я сейчас не потухну, да? Даже если отхиляюсь. Ну давай, катайся, катайся. А к черту, знаешь, что мы сделаем? Возьми. Бери это. И в воду. В воду, в воду, в воду, в воду, в воду. Скорее в воду. Да, дура, не смотри ты. Нет. Все-таки будем тратить пока эти. Давай. Ура! Мы взяли какую-то ерунду. Это дорогого стоило, конечно. Вообще я не идеально прыгал, но тем не менее я хотя бы смог отсюда выйти ценой трех аптечек. Ну, пошло оно все. А, теперь сохранится. Мало ли что. А, приветствуем тех, кто смотрит это в записи, а другого варианта у вас нет. Вы наверняка промотали минут 20, но тем не менее мы все еще здесь. Теперь я планирую. Что я вообще взял? Начнем с этого. Что, свинцовую это что ли я взял? И чё? Что это мне дало? Куда это сувать? Я предложил разработчикам это положить в одно место, но это было слишком жестко. Ни в одной игре у меня столько трай... Как этот, как называется? Траев не было. То есть, насколько я помню. Так, хорошо. Мое предположение теперь, что если я нажму второй рычаг, откроется другая дверь. Так, погодите. Что это? Что такое? Кто там такой опять? Я что-то его слышу, примата. Не знаю, как вы. Где-то носится товарищ, короче. Ну ладно, пусть носится. У меня, честно говоря, по барабану. Нам надо нажать этот рычаг и посмотреть, чтобы он что-то открыл. Точнее, надеяться, что он что-то откроет, потому что черта с два, если он не откроет ничего. Или я на самом деле не нажал что-то, да, там. Он ничего не открыл. Козлина. Что за черт? Почему он ничего не открыл? Вот он, кстати, носится там. Товарищ. Почему второй рычаг ничего не открыл-то, а? Что за лол? Ладно, нажму последний еще раз. То есть, я-то думал, что если я что-то возьму, это изменится. Потому что, блин, искать комбинации рычагов, но вот делать не да нечего больше. Конечно же, нечего. Пойду искать комбинации. Давайте самое очевидное это... Ну, во-первых, так я проверил, хотя не факт, что откроется. Но первый, третий, пятый, то есть нечетные. Как вариант. Ну, самые такие распространенные комбинации. Посмотрим. Не дай бог я как бы туплю и вообще не это надо делать сейчас. Потому что это просто такой тайм-вейстинг. Так, тут ничего не открылось. И подозреваю, что там тоже. Них. Ай-яй-яй. Ай-яй-яшеньки! Так, хорошо, давайте тогда второй. А. Ну, это вряд ли что-то откроет вообще. Дурацкая комбинация, на мой взгляд. Да, ничего не открыло. Так, что я хотел? Это второй. Четвертый, да? И это выключим. Ну, согласитесь, это глупо, да, делать комбинации какие-то?
и не оставлять подсказок на эти комбинации. Так, надо вот этот выключить. А, нет, третий надо выключить. И надеяться, что что-то сработает. Да ладно, не дай бог. Не дай бог, не открылось ничего. Фу, ребята, у меня вообще кончились идеи, честно говоря. Что я могу здесь сделать? То есть один рычаг открыл комнату, а остальные не хотят открывать ничего. Я поднимаю опять все вверх. Ну, остался вот четвертый, конечно. Но ничего не происходит опять. То есть все эти... Вот там носится товарищ, но... Это единственная радость, которая у нас сейчас есть. Для чего вообще этот нужен? То есть, ну, там... Отлично. И чё? То есть я мог, смог увеличить в просмотре, да, его? Ой-ой-ой. Ладно. Пойдем порадуемся убийству. Где он там? Здравствуйте. Почему же ничего не открывалось? Что за ерунда? Мы взяли... И вообще, зачем нам свинец? То есть, что нам с ним делать? Дурацкие испытания огнем уже мне напрягает. У меня нет, нет вариантов, честно говоря, что со свинцом делать. А, нет, вру. Есть один вариант, но он такой вот немножко глуповатый. То есть, прийти туда, где нас превратили в камень или в чё, и положить туда свинец. Мало ли, может, что-то это сделает. Но вот других идей. Если после этого ничего не произойдет, я, наверное, все-таки прекращу пока запись. И все-таки следующие части, наверное, придется проходить на стримах, потому что, блин, абсолютно непонятно, что делать дальше. То есть у меня вообще нет идей никаких. А так хотя бы люди могут будет подсказывать, что как делать. Ой-ой-ой. Так, сюда, да, по-моему? А, нет. В саду это было. Или нет? Или здесь это было? Нет, в саду, по-моему, все-таки было. Как кошмар. Может быть, кстати, можно теперь что-то с этими сделать штуками, нет? Нет, с этими до сих пор ничего нельзя сделать. И полагаю, что... Что-то у меня все-таки есть такое предчувствие, что ничего это не даст, то, что я сейчас пытаюсь замутить, да, с этим свинцом. То есть почему-то мне кажется, что полная ерунда получится. Ну, запустим, да. У нас теперь есть свинец, что ты нам сможешь сделать? Сможем, но если я на ногу ему встану, что-нибудь будет? Давай, на ногу ему залезть. Давай. Нет. Свинец нам не помог ни разу. Статуэтка прикольно получилась. У меня вообще нет тогда идеи, ребят, что там дальше делать. Такой лол. То есть я, конечно, могу побегать еще подумать, но просто запись будет длинная. Ой. Еще и вперед, да, не хочет она идти. Ну, явно, что с теми рычагами что-то не так. То есть я что-то не так делаю с ними. Как вариант. Давайте последний раз я, то есть, схожу туда, посмотрю, что еще там можно сделать. И все. И... Так, остановим запись. Так, слазь, ты что такое? Что случилось? Так. Да, идем туда. У нас тут больше ничего нет. Что мне со свинцом этим делать-то в итоге, не врубаюсь. Что с ним вообще можно что-то делать с этим слитком?
Там у нас ничего нет, насколько я помню. Вот наверх как-то забраться было бы прикольно, конечно. Еще сейчас схожу сюда, может тут я что-нибудь пропустил. Как вариант. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да по-моему тут вообще, честно говоря, ничего нет, да? И наверх забраться, по-моему, то есть не здесь явно. Хотя мне казалось, что наоборот здесь можно, да? Ну вот, на самом-то деле, до туда я точно не допрыгну. Так, по звукам опять где-то макаки завелись. Ну, точнее, приматы наши любимые. Я вернусь к выключателям, быстро осмотрю там еще комнату. Ну, вообще, по-моему, в комнате с огнем мы все сделали, да, все, что можно. Там были какие-то решетки еще в воде, но они так, я думаю, только для дизайна. Фух. Сколько попыток я потратил? 50 раз точно, по-моему, я пробовал, да? А, вот, да, наша любимая вещь. А! Ой, я тупица! Ой, я тупица! Ребята, вы... Всем дикий извиняюсь, я же вот в Word подсказки на дверях прямо. Чё я такой дурак-то? Здесь стерта одна. Но явно, что просто третий и четвертый. А-а-а! Сколько же требуется времени, чтобы я допер. Что за лол? Причем я еще такой. Первый раз, когда в эту. Да, заходил, да? Зал такой. Хм, что-то странно на дверях написано, да? Такой. Кошмар. Так. То есть, второй, третий, да? И, возможно, первый. Но сначала попробуем просто второй, третий. Придурак, придурак. Так. Товарищи разработчики, я беру все свои слова назад. И в свой адрес теперь их направляю. Открылось? Нет, значит, все-таки первый тоже нужен. Первые три. Теперь это должна открыться уже. То есть там, как вариант. Эй, да ты чё? Ты чего? Я ж посмотрел, на тебе написано. А, пардон. Не второй, а третий. А третий, четвертый. И закрываем. Первые два. Так, ну теперь должна открыться. И не дай бог, это не так. Оу, oh, yeah. Ребятушки. Все-таки я пройду этот уровень сейчас. И стримы оставим на потом. Хотя не исключено, что наверняка кто-то бы мне подсказал намного раньше, и мы бы не тупили. Хотя с огнем все равно бы провозили столько же. Так что время, которое я потратил на эту дверку, не такое уж и большое. Так, что тут у нас? Ой, не дай бог, какая-то молния опять будет. Так, ну вообще тут, честно говоря, ничего и нет, вроде бы. Странно. Ладно, идем дальше. Так, направо или налево? Давайте сходим направо сначала. Ладно, двигаем кубик это явно на себя. Естественно, я не хочу двигать его в другую сторону, потому что мало ли что. Кстати, на себя хоть смогу его подвинуть? Вообще должен. А, что произошло? А, так, ладно, пока оставим так.
Явно что-то произошло наверху. Сходим налево сначала еще. И потом уже посмотрим, что там на самом деле у нас грохнулось сверху. Уже скоро будет 2 часа от видео. Это жестоко. На самом деле. Так, что у нас грохнулось? Колонна сломалась. А, ну теперь я полагаю... Ой-ой-ой! А, потолок упал даже весь, да? А что это нам дало-то? Что он упал? Там куда-то можно теперь зайти или что? Или просто вот это мы прошли испытание и так надо? А, во-во-во-во, вон там что-то. Наверху. Так, как туда попасть-то? Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, нам наверх надо. Ты чего? А, то есть нам надо было... Ух ты, как мы могём. Только зацепиться-то я не могу, к сожалению, в таком положении. Ну было красиво, давай еще раз попробуем, может... Может быть, можно это осуществить. Так, во-первых, с места попробуем, может... Нет, не зацеплюсь. Тогда вот так вот. Так получилось круто. Зачем мне сюда? Понятия не имею, кстати говоря. Отсюда все равно я никуда не допрыгну. Ну так, предположительно, да? То есть единственное, что нам надо прыгать, это вот на эти места. А давайте попробуем, может, я смогу с разбега сейчас сигануть туда. О, да, получилось. Сохраняемся. Так, и теперь надо как-то... Как-то сюда запрыгнуть. Ну, сюда, я думаю, с места даже сможно. Отлично. Ура. А что у нас здесь вообще? Как все долго-то. Ну, после того, как я намаялся... С огненным испытанием. Это еще вообще цветочки. Ух ты, блин. Ну-то, о, секретик нашли, кстати. Ну, вон еще там горилла носится опять. А, вон еще даже. Прошу прощения. Там много горилл. Так. Ну, давайте попробуем с разбегу, что ли. Я надеялся, что я тоже задену его. Ну ладно. Ой-ой-ой. Это мы где вообще? Так далеко? Надо было сохраниться перед прыжком, что-то я не подумал. Ай-ай-ай. Да, и это только где-то середина, да, всей игры вообще. Пока не надо. От примата сейчас главное избавиться, чтобы он не мешался. Но он крокодил вообще тоже не... Или еще летучие мыши. Вообще полный набор. Где крокодил наш? Вон он. Что-то застрял, по-моему, в стеночке. Там еще примат бежит. Это он нас так задел, или у меня уже было половина здоровья? Так, где крокодил? Вон он. Тут места для маневров у него немного, конечно. Вот, кстати, по-моему, мы как раз пришли туда, куда я думал, что мы придем. Наверх, да? Все, крокодил нейтрализован, второй. Судя по всему, да. Я опять прыгаю не ласточкой, но что-то наподобие.
Так. Нам надо же что-то подбирать, да? Какие-то слитки наверняка здесь. Вон там, правда, аптечка вообще есть. И камни сверху еще падают, и сверху тоже аптечка есть. Тогда что я тут вообще делаю? Непонятно, я же искал камень как бы какой-то в комнате. Ну, в смысле, слиток. Эй, не ныряй, ты чё, зачем? Нам наверх надо. А чё она не хочет залазить-то? Какая? О, вы какие! Как говорил Хазанов. Так. Ну, тогда вариант только здесь идти, наверное. Остается. Все это ради аптечки, что за лол, зачем она мне вообще нужна? Так, я там не навернусь нигде. Нет! Так, черт, аптечку, знаете. Не нужны они нам. Мне нужно понять, как я, то есть, считается ли то, что я прошел комнату уже или нет. Зачем ты ныряешь, глупая? Нам наверх надо вообще, да? То есть считается, прошел я комнату или нет. Но будем надеяться, что да. Хотя я ничего не взял, честно говоря. И куда идти после того, как я пройду все комнаты, тоже понятия не имею. Слышу, еще примат где-то носится. А, ну внизу же он там был точно. Так. Но все-таки, честно говоря, видимо, за эту запись я не успею пройти. Так, это мы вообще очень далеко, да, очутились на самом-то деле. Я не хочу. Давайте попробуем вернуться назад. Попробуем задвинуть ящик. Ой, кошмар какой. Где мы сохранились? А, отлично. Все, я туда даже не пойду. Просто спущусь вниз, попробую пройти туда, где был ящик, задвинуть его и посмотреть, что произойдет. Есть предположение, что ничего, поэтому придется идти открывать двери дальше. Ой-ой. Давай. А, мы можем вообще в сторону его сдвинуть, что я туплю. Давай. И будем надеяться, что наш приз как раз лежит там. Без комментариев. То есть наверх-то мы залезли, наверху ничего особо не получили, то, что я ожидал, что можно получить там, да? То есть там, даже если пропрыгаешь, там только пару секретиков, да и здоровка лежит, так что к черту ее. Это была комната номер 2. Попытаюсь еще одну пройти. Посмотрим, что там в ней. Если она быстро пройдется, пройду еще одну, и там уже сохранимся. Так. 3-й, 5-й. Там колья. Что не является так хорошим знаком. Так. Ой-ой-ой. Наверх. Третий, пятый. Так, включаем. Этот включаем. И все, должна открыться. Да? Да, открылась. Тут спускаться легче будет уже. Да, я только трачу здоровье зря, по-моему. Ну нет, у нас медпаков много еще, так что... К черту. Вот, что здесь делать, я понятия не имею пока. Пока что. Не дай бог, они рандомно из пола высовываются, это будет плачевно. И мне кажется, что это опять задачка из серии «Пропрыгай на время». То есть колонны поднимутся, да? На время. Тогда мы сможем попасть вон туда. А иначе мы не сможем. Ай, как я же не люблю это делать, а. Ой, здравствуйте. Давайте мы вас выдвинем. Не могу пройти мимо выдвигающегося куба, к сожалению.
Давай еще на одно деление. И нам должно уже хватить места там. Так, и что мы открыли? А, вон там рычаг какой-то. Он был очевидный, я думаю, он как раз колонны вверх поднимет или что-то там вроде. Какой-то кошмарный звук. Ну, предположительно, это колонны поднялись-то. С таким звуковым сопровождением давайте просто глянем. Да-да-да, так оно и есть. Ой, и чует мое сердце сейчас будет очередной телесериал. Многосерийный очень. Сезонов 5 как минимум придется отснять, наверное. Хотя, если они не задвигаются назад, то это даже очень хорошо. Я даже не прыгнул, да, и уже как бы проиграл. То есть я просто шаг сделал ненормально. Ну, попробуем. Попробуем с места просто. Колонны вроде не двигаются. Это хорошо. Ужасно хорошо. Ой. Так, ну давайте. Быстренько я это сейчас попробую. Попыток 10 так. Да? Все-таки, наверное, с разбега надо тут делать. Но тут у нас нет, как бы, проблем со временем, что очень хорошо. И мы можем спокойно позволять себе там приноровиться немножечко, там сделать шажочек вправо, влево, да? Почему-то я все равно умер, хотя вроде зацепился. Ну, мне показалось, что я достаточно близко находился к краю. Ну ладно, давайте. Давайте сделаем разбежок. Небольшой. Два шага. Раз, два, прыжок. Отлично. Еще раз сюда. Раз, два, прыжок. Бэм. Ништяк. Вообще бы надо бы уже сохраняться. Раз, два, прыжок. Эй-эй-эй. Прикольно, да? Ну ладно. Почему-то не допрыгнул я. Так. Тут мне тоже, думаю, два шага. Раз, два, прыжок. Ну и все, тут с места можно, наверное. Но все-таки сохранюсь. Ай, сколько уже было фейлов за сегодня, уже хватит, я думаю. Так, и здесь нас... Ах ты ж твою налево! Прыгай на коле, или умри. Нормально. И тут у нас опять какой-то свинцовый этот блок, да? То есть я полагаю, что в той комнате мы не взяли то, что нам нужно. Да, это свинец тоже? Да. То есть в предыдущей комнате с обрушающимся потолком мы не все сделали, видимо, коли я не взял никакого свинца. Ну, просто я его там тупо не увидел нигде. Так что сейчас четвертую комнату проходим. Быстренько. А, кстати, где она у нас? Она у нас там. И что у нас в ней тоже? Так, четвертая комната, первый, пятый. Отлично. Как хорошо, когда ты разгадал шифр и сразу так... Да, я знаю, что нужно нажимать. Ай, так тупили-то долго мы, конечно. Первый-последний, да? А, ну у нас удачно, только один рычаг надо поменять. Так, я хотел нормально спуститься в этот раз уже. То есть тут-то можно, я думаю, спрыгнуть, ничего страшного. Что нас ждет здесь, я даже трудно представить. Мне уже страшно. Thank you.
вроде. Надеюсь, это был единственный кандидат на умертвление. Да, тут больше ничего не вижу. Такого прям сурового. Так. Цифра 3 римская. Здесь наверху что-то еще есть. Давайте посмотрим, что. А, ну это вот строительные леса. Как раз таки. Может, на них что-нибудь есть интересное? Да-да-да-да-да, вот они, патрончики. Подбираем. Это, скажем так, не гвоздь программы, нам надо понять, что же там у нас есть в этой комнате с римским номером 3. А, вот она говорит, 3 свинцовые, это нам надо, да, сюда? Блин, а у нас их только 2. Тогда открывается дверка. Понятно, да? Ну, тогда все стало на свои места. 4 комнаты. И в 3 из них требуется подобрать свинцовый слиток. Так что, так, какой там был? 3-й, 5-й, по-моему, да? Выключатели. Ну, будем надеяться, что да. А, нет, 3-й, 5-й это был лето. Предыдущая комната. Я надеюсь, я отсюда смогу увидеть, что там в комнате с потолком. Там... А, по-моему, 3-й, 5-й как раз-таки... Хотя черт его знает. Вообще не должно быть, конечно. Нет, не 3-й, 5-й. 3-й, 5-й это предыдущая. Так. А, пардон, там 3-й, 4-й, видимо. Там где-то... Где-то там зарыт свинцовый слиток, который нужно подобрать, чтобы пройти в нашу следующую комнатку. Ну, так. Какие идеи есть? Да никаких идей нет, честно говоря. Где он там может быть вообще? Так, сохраняемся. Ну, по крайней мере, теперь разобрался, в чё к чему, да. Так, эта комната с огнем, все правильно. Это наш с обрушенным потолком комната. Ну, где тут может быть... свинцовый слиток, то есть у меня было предположение, что он на самом верху, но мы туда запрыгивали же, да, как-то. То есть... И там его не оказалось. Так что... Зачем я поднимаюсь, кстати, наверх, я не знаю, потому что в прошлый раз я, по-моему, запрыгнул там лихим двойным сальто, то есть оттолкнувшись от стенки. Я не знаю, в чем смысл там куда-то еще пихать этот... слиток. Так. Ну чё, кого? Я не вижу никаких слитков, а вы? Как печально всё. Мы не допрыгиваем опять. Так что зайдем опять здесь. Способом вот таким, по-моему, да, залазили. Так. Я даже проверяю. Прозрачные какие-нибудь текстурки. Нет, нигде здесь нет слитка. То есть явно он был где-то там. А я протупил и пропустил его. Черт, черт. Какой кошмар. Так, слишком большой шаг был. Так, ну а сейчас должно получиться. Ну, вообще он должен был как раз быть наверху, по-моему. То есть вниз спрыгивать точно не надо было с ним. Здесь тоже его нигде не было, да? То есть... Там, где мы убивали крокодилов и приматов, летучих мышей. Вот где-то там он и должен был лежать, судя по всему. Эй, ты чего? Так, сохраняемся, чтобы не навернуться. Потому что вероятность, что я навернусь, очень высока. Так, смотрите, уже все ребята тут отспавнились.
по каким... А, нет, кого? Мы сюда после... Я, да, все правильно. Я просто сюда не приходил после того, как перезагрузился. Мощные приматы попались. Тут крокодил где-то еще был. Да умри ты уже, сколько можно бегать-то? Так. Залазим сюда. Где-то тут крокодилы были. Вон они там тусят. Стреляй ты по крокодилу, почему ты? Должен был навернуться. Так, один навернулся, остался еще один. Он там плавает. Сволочуга. А, у меня есть вариант, что еще справа что-то может быть. Но справа, по-моему, только... Только секретики могут быть. Да? Ведь. Это вот то, куда я хотел забраться, но тут точно ничего не лежит. Так, да? То есть где вот этот свинцовый, блин, блок? У меня же только два его, точно? Да, только два. То есть фактически только здесь он, больше у меня нет никаких вариантов, где он еще может быть зарыт. А он именно зарыт, видимо, где-то. Так, то есть там у нас были патроны, да? Или аптечка. Все. Нет вариантов больше у меня. То есть, забраться туда мы можем попробовать, конечно. Там где-то скользкая, кстати, была плитка вот эта, да, которую... Через которую надо хитро переп... Эй, ты чего? Через которую надо хитро прыгать как-то. Вообще, у меня есть, конечно, варианты. Ой, какая молодец. Так, все, можно сваливаться, да, туда? Да, это просто секрет был. Очень такой неочевидный, скажем. Ладно, хорошо. А где свинцовый? Это ерунда это. Ныряй, Лара, еще немножко поплаваем. То есть, коли в двух комнатах свинец был, значит, и в третьей тоже должен быть. Иначе как еще? Ну вот, к сожалению, блин, уже так долго я играю сегодня, что затупы просто уже начинаются какие-то. Там носится горилла опять где-то по звукам. Судя по всему, внизу где-то. Где же вы, где? Куда можно спрятать его? Я не представляю. Вот там еще один секретик, да, этот. Нам на него, честно говоря, начихать. О, кстати, как вариант, я могу попробовать слезть сюда вниз. Проверить. Есть ли что-нибудь стоящее здесь. Так, как мне спускаться-то? Лучше отсюда, да. Погодите. Что-то я не понял. А, нет, все правильно, тут уступ есть, все нормал. Сейчас сюда мы спустимся. Сейчас-то горилла убежит отсюда. Просто мне кажется, высоковато. Ну ладно, проверим. Да, высоковато было и правда. Черт. Хорошо, если не здесь спуск, то где? Какие есть еще вообще варианты? Куда можно запихать этот свинец? Что за лол вообще? Вон там проход, кстати, какой-то или что, или мне кажется. Вон там аптечки лежат. То есть куча всяких секретиков раскидана, только толку от них нет, потому что я не знаю, где свинец наш.
Я могу, конечно, навернуться вон туда, вперед просто. И надеяться, что я приземлюсь куда надо. Кстати, это маловероятно. С такой высоты я просто убьюсь. Так что... У меня нет идей, честно. То есть я сейчас вернусь обратно туда, где-то развалины были, да? И посмотрю, есть ли там что еще, что можно где-нибудь как-нибудь откопать. И потом просто выключим, пока и закончим сегодняшнее прохождение наше супер замечательное. Кстати, если сюда грохнусь, что-нибудь будет прикольно, нет? Ой, смотрите, я спустился хотя бы. Отвали. Так, ладно, хорошо. Дадим шанс еще. Тут, кстати, был этот. Ну ладно, к черту этот секретик. Я знаю, что он там есть. Я все, у меня совесть чиста. Не дай бог, вот он здесь будет лежать, да? Свинцовый слиток этот, я имею в виду. Будет такой лол. Но я его не вижу, честно говоря, здесь. Вот я здоровье вижу. Свинцовый слиток нет. Я слышу опять какой-то фоновый звук. Надо, наверное, комната с огнем просто где-то тут рядом. Предположительно, даже над нами где-то. Так. И... А тут мы что, не пройдем, да? Ну ладно, хорошо. Вообще не знаю, я как бы должен здесь сейчас быть или нет. Где эта тварь опять? Давай, иди сюда. Куда ты там побежал? Ай-яй-яй! Так, я слышу еще одного примата. Тут их, блин, целая стая, по ходу дела. Ё-моё, он сзади. Нет-нет-нет-нет-нет, ты чё такое? Что за лол, зачем ты туда прыгнула? Мы почти разгадали тайну этого, как его. Умри, умри. Надо это. Ой-ой-ой. Что-то. Не то случилось. Все, нейтрализовали одного. Там еще была парочка. Ой. Кто-то пытается опять дозвониться. Ну, черта с два, у него это получится. Потому что я пытаюсь найти гребаный свинцовый слиток. Горил опять. Ай. Давай уже, умри. Отлично. И тут тоже ничего нету. Да где же этот свинцовый слиток, мать его? Тут я вообще, наверное, не допрыгну. Хотя можно попробовать, конечно. С разбегу-то особенно. У нас там есть откуда разбежаться? Да-да-да, есть. Ну, давайте. Если сейчас не прыгну, то как бы... Удачи, как говорится. Не перепрыгну, в смысле. А, нет, это не считается, потому что я просто ступил и не нажал прыжок клавишу. Точнее, не вовремя нажал. Тут мы просто разбились. Ну, давайте последнюю попытку, и все. И на сегодня мы с вами закончим попытки прохождения жесткие. О! Не говори, что это секрет, хорошо? Потому что... А, ну вообще тут как бы вроде наверх, да, можно лезть. Я вижу еще какие-то патроны там. Вообще, где мы находимся? У меня такой вопрос. Непонятный немножечко. То есть фактически я могу спуститься вниз, что ли, или чего? Потому что я этого не помню.
Зачем я, кстати, лез сюда? Так, с мышами разобрались. Нет, ладно, все-таки давайте еще одну попытку дадим. То есть, получается, что я внизу не был, да, на самом-то деле. А, нет, был, естественно, был. Все, я просто рожу кошака с высоты принял за патроны, думал, я тут не был, что ли, еще. Так, пока это у меня все идеи, которые приходят в голову на данный момент. То есть, что можно еще вообще сделать. Так что, спасибо за внимание, за терпение. Продолжение появится в скором времени. Также можно пообсуждать возможность проведения стрима по прохождению, чтобы быстрее уже закончить эту часть игры. Также, может быть, уже в списках видео появилось, может быть, нет, наше с Бонивуром прохождение Sirius Sam первой части на сложности Sirius с конечными патронами и многими другими интересностями. То есть там прохождение примерно заняло 5 часов, поэтому, если вам интересно, поройтесь, посмотрите. Напишите отзывы, что вы по этому поводу думаете. Мы планируем сделать прохождение второго пришествия в скором времени, так что следите за новостями, за выкладываемым видео на портале goodgame.ru. Спасибо за внимание еще раз. И увидимся при следующем прохождении. До свидания.